Какой ты любишь шоколад? Я? Да. Можно не шоколад? А что? Пиццу. Сейчас дома покушаешь. Это ты уже домой заберешь, с чаем покушаешь. Держи. Я, короче, прикинь, вчера гуляла, и там, короче, тип масла вот эти, масла вот эти продает, ну, духи на проспекте. И я купила у него, и сейчас он с маршрутки выходит. На него смотрю, думаю, что он на меня смотрит, и поздоровался. Но я не уверена, что это он. Но я думаю, что это он. Я не курю. Типа, что-то похожее на снег. Я сахар забыла, надо еще сахар купить. Привет. Нет, еще рано. Я никуда не еду. Я хочу брата проводить. Пока.
он же со мной был, он был у нас. Я его сейчас подстригла, и у меня эти 500 рублей целый был. Я говорю, пойдем со мной в магазин. Мы зашли, я ему купила шоколадку и отправила домой. Владика пока забирать рано, сейчас только второй урок у него начался. Сейчас пока готовить не буду. Пока уберу туда-сюда, потом его заберу и на тренировке поедем. Нет, он на днях приехал к нам в пятницу. И я должна была его еще вчера отправить, чтобы он сегодня в школу пошел. Но я его вчера не подстригла. Can't you see? Как холодно. Да, конечно. Отдельно. Сыном. Сыну 7. Кажется, что я не выспалась. Почему я проснулась тогда? Очень рано. Другая девчонка бросила своего ребенка и гуляла. Молодец. Блин, для меня, если честно, это очень больная тема, потому что я знаю очень много женщин, девочек, которые при разводе они оставляют своих детей или